я, Березовой Владимир Викторович, директор Мирнинского регионального технического колледжа, учебного заведения, который готовит кадры для флагмана алмазодобывающей промышленности акционерной компании «Алроса». Я полагаю, что Евангелие – это та книга, в которой не только сконцентрирована мудрость веков, но и то, где можно найти каждому из нас и сегодня, как строить взаимоотношения с людьми, как строить отношения на предприятиях, как жить в этом мире. Я хотел бы прочитать притчу о немилосердном должнике. Иисус Христос сказал притчу. Один человек был должен царю 10 тысяч талантов, но он не имел чем заплатить. Когда его привели к царю, то царь приказал продать его, и жену его, и детей, и все его имение. Тогда должник упал к ногам царя и, кланяясь, стал просить его: «Государь, потерпи на мне, и я все заплачу». Милостливый царь сжалился над ним и простил ему весь долг и отпустил его. Человек же тот, вышедший от царя, увидел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Он схватил товарища, стал душить его, говоря: «Отдай мне, что ты мне должен». Товарищ его упал к его ногам, умолял его и говорил: «Потерпи мне, и я все отдам тебе». Но тот не захотел ждать, а пошел и посадил его в темницу, пока тот не отдаст долга. Когда царь узнал от товарища пострадавшего о жестокости этого человека, то призвал его к себе и сказал ему: «Злой раб, весь твой долг я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, царь отдал его истязателям, пока тот не отдаст всего своего неоплатного долга. Закончив притчу, Иисус Христос сказал: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца ближнему своему согрешение его».